Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим винегрет. Это блюдо является первым блюдом в моей жизни, которое я научилась готовить. Нас его готовить учили в детском саду. Вот на меня напала сегодня ностальгия, и я решила сделать винегрет. Для его приготовления нам потребуются овощи. Овощи. Картофель, морковь и свеклу нужно отварить до готовности. Также я добавляю в винегрет лук, маринованные огурцы, квашеную капусту и консервированный горошек. Заправляю я винегрет обычно растительным маслом, подсолнечным, нерафинированным. Также нам потребуется соль и черный молотый перец. Все овощи, абсолютно все, нужно порезать квадратиками, кубиками. Нарезанные овощи добавляем горошек зеленый, и капустку, можно рассольчик слегка налить. Винегрет немножко присаливаем. Заправляем черным перчиком молотым. И заправляем растительным маслом. Все хорошо перемешиваем. Винегрет я готовлю довольно-таки часто. Это вкусное и полезное блюдо. Но все-таки самый вкусный винегрет в моей жизни был в детском саду. После того, как все перемешаем, винегрет готов. Я надеюсь, он вам понравится. Приятного аппетита и пока-пока!